Всем привет, друзья! Вы на канале ДТВ. И сегодняшняя тема у нас, я покажу, как правильно раскрутить канал на YouTube с помощью Одноклассников и ВКонтакте. Итак, поехали. Значит, для начала, для того, чтобы нам вставить ссылки в Одноклассники, просто их вставить недостаточно. Объясню почему. Если вы просто вставляете ссылку здесь из канала, сейчас я вам покажу, допустим, я беру ссылку и вставляю сюда, давайте любое фото добавим, там, не знаю, пусть. Если вы вот так добавите просто ссылку в Одноклассниках, то те просмотры, которые будут здесь, они не будут засчитаны. Это проверено 100%. Даже если я нажимаю, если он у вас перетаскивает на YouTube, то они не будут засчитаны. Просмотры. Удаляем отсюда. Так, сейчас я возьму клавиатуру. Посмотрим вообще, были ли просмотры здесь. Ну, смотрите, один раз, видите, два раза уже просмотр было. Вот открываю. У вас было 3. Ставим на паузу. Что мы делаем? Значит, это мы удаляем. Значит, есть такая программа, которая сокращает адрес. Она называется GoSu. Запомните эту ссылочку. Я под видео эту ссылку оставить не буду, так как сейчас YouTube стал банить всякие ссылки сторонние. И проверяя тех, у кого монетизация включена, и он выдает всякие предупреждения сейчас. Будьте аккуратнее. То есть на видео вот GoSu. Итак, значит, берем ссылку. Видите, 30 просмотров, поделиться, копировать, заходим в сокращение ссылки, вставляем сюда нашу ссылочку, сократить, копируем, вставляем ее в Одноклассники, так, это у нас здесь пишем тему. У нас гарнитура, да, называется. Пишем гарнитура. Гарнитура. Ну, давайте вот этот скейт красивый. Пока я временно все делаю для вас, просто показать. Может быть, кто-то увидит красивую картинку, сразу выйдет. И ставим поделиться. Вот мы поставили ее. Посмотрим, есть ли у нас просмотры уже сразу аж 3, видите, 3 просмотра. Вот, обязательно делайте каких-то ботов своих. Это, конечно же, не я, это специально сделанный бот в Одноклассники. Вот, лучше делать девушек, потому что, как правило, больше друзей добавляется, больше будет просмотров. Итак, просмотров 3, заходим по ссылочке. Бывает, что не сразу засчитывает YouTube. Вот, смотрите, 32 просмотра. Просмотры с Одноклассников. Там уже было 3 просмотра. Постепенно, значит. Все, видите, работает ссылка. Так, теперь как надо размещать в ВКонтакте. То же самое. Создан бот. Добавлено 386 друзей. Вот. Значит, смотрите, если сюда добавить вот эту ссылку, она не пойдет. Ее ВКонтакте будет блокировать. Смотрите, что произойдет сейчас. Вставляем эту ссылку сокращенную. Опубликовать. Нажимаем на игровую гарнитуру
и что-то даже ничего не происходит. Ну, давайте сюда нажмем. Сейчас ничего не происходит, слушайте. А, опубликовать, все, извиняюсь. Нажимаем на нее, и вы видите, ссылка на подозрительный сайт. То есть нет смысла, ну, то есть люди уже, соответственно, дальше на это видео заходить однозначно не будут. Значит, возвращаемся назад. Удаляем. Так делать нельзя, я вам показал. То есть сокращенная ссылка ВКонтакте не работает. Как сделать сюда ссылку? Значит, смотрите, если мы зайдем, и если у вас в настройках видео по умолчанию стоит вот здесь галочка «Разрешить стране видео», и вы вставите вот эту ссылку ВКонтакте вот с этой галочкой, то проигрываться данное видео будет не в YouTube, а в самом ВКонтакте. И, соответственно, вам эти просмотры засчитываться не будут. Обратите на это внимание. Значит, заходим в свое видео, заходим в другие параметры, убираем отсюда галочку, нажимаем «Сохранить». У меня это все как бы по умолчанию на каждом видео стоит. Соответственно, берем здесь теперь ссылочку «Поделиться», копируем и вставляем, пробуем сюда. Сейчас посмотрим, что получится. Вставить и опубликовать. Вот такая ссылка тоже работает. Так тоже разъедет. Вы спросите, как же правильно делать через YouTube. Вас приветствует канал ДТВ. Удаляем это видео. Всем. Удалить запись. Заходим в наше видео. Гарнитура игровая, да? Нас интересует. Видите, уже 35 просмотров. Это все с одноклассников идет. Давайте даже сейчас. 35. Было 30. Соответственно, где-то 5-7 просмотров должно быть в одноклассниках. Проверяем. Здесь 3. Здесь, наверное, сейчас 5-7. Обновляемся. И еще пока здесь. Ну, значит, они пришли вот с этого видео, которое у меня тоже здесь. Вот 5 раз, видите. Так, значит, смотрите, как мы делаем. Заходим в наше видео. Поделиться нажимаем, видите, вот здесь. И вот здесь мы нажимаем ВКонтакте. Поделиться в ВКонтакте. Вот так сделать в Одноклассники нельзя. Только в ВКонтакте. Запишите себе где-нибудь обязательно. Нажимаем ВКонтакте разместить. Выбираем здесь друзья и подписчики. Соответственно, ВКонтакте у вас должно быть, вы должны войти, то есть в своем браузере, то есть заранее. В комментарии можете написать все что угодно, я ничего не пишу, так как тема уже здесь есть. Нажимаем отправить. Перейти к записи. Нажимаем. Так, моя страница. Вот она запись. Видите? Нажимаем на него, и мы будем сюда. Конечно же, в YouTube, видите, а зачитали как посмотрим. Нажимаем сектор, и нажимаем дальше. Таким образом вы можете раскрутить. Вас приветствует канал ДТВ. Сегодня, вчера вечером. Ссылочки вот эти, да, я буквально ДТВ. Сегодня у нас сегодня на обзоре только игровая гарнитура поставил. HP 707 в Одноклассниках недавно, и значит, вот купленная пошли уже просмотры. Я так скажу, значит, количество просмотров в Одноклассниках порядка выше, чем ВКонтакте. Имеет 386 друзей ВКонтакте, к сожалению, задним задом. Вас приветствует канал ДТВ. Просмотров на одно видео.
Всем вот одноклассников за сутки в зале. У нас сегодня на обзоре видео игровая гарнитура. Просмотров 35. 707. При том условии, что у меня 63 друга всего заклассников. Создавайте вот таких ботов обязательно. 799 рублей. Не знаю, лучше девушек делайте. Создавайте ботов ВКонтакте тоже. Видите, значит, можно использовать для игр. Главное, тут посмотрите, вот просто вот 15 прослушивание музыки для контента, для чего угодно. То есть завести мультиказ, PS4, Google Farm, Руксим просмотр тоже туда, января 21. И просмотров совсем не было, я решил закинуть там одноклассники ссылки и ВКонтакте, чтобы они здесь за день тоже. Там было 18 просмотров, вот за день сегодня 30 просмотров накинулось. Соответственно, таким образом за месяц можно набрать порядка 1000 просмотров. Вот, к сожалению, я по своим видео еще не подключал все остальное, это все приходит с опытом, что вы видите, это шоу данное использовался. Значит, давайте еще раз покажем. Значит, для себя эту ссылочку добавляем там в Яндекс, лучше всего вот как я это сделал. Так, я достал из коробки, нажимаю вот такую сумму. Вот. А также я ранее показывал видео, есть такой канал ТВ Блок Спот. Также я добавляю сюда вот здесь маленький трафик. Вот, посмотрим. Блок я создал где-то, я 4, наверное, запускать 53 человека со мной смотрит. Ну, мало просмотров видео, как видите, Волгоград 3 просмотра все. Исполнил на Джек Рассел, карьер видео, модификация канала. Шапка с ушками тоже от них посмотрим. Давайте включим сейчас. Вот. Ну, все равно установите все на blogger.com, зайдите, сделайте личный кабинет. Как добавляется очень просто, заходим. Вас приветствует канал ДТВ. Всем привет, с вами Владимир. Так как мы там за очень много брали, игровая гарнитура для Вячеслава 707. Вы делаете, смотрите, как вы опубликовать сообщение нажимаем. Звонить дальше, сообщение нажимаем. 799. Заходит редактор сайта, видео. Можно опять нажимать его. Вот так я здесь уже, ребята, нажимаем, послушаем, видите, контент ставим еще сюда. Как ни странно, нас приветствует канал ДТВ. Также я взял Facebook, всем огромный привет! В прошлом году я на безвозмездно с вами собрал и отдал два компьютера людям, которые сильно нуждались, но не могли себе позволить эту дорогостоящую посуду. И так же получилось, что в этом году и мой родной отец остался без любимого компьютера. То есть YouTube, одноклассники и прочие человеческие радости стали ему не доступны. Что именно с его машиной, пока не известно, но симптомы следующие. После нажатия кнопки
открыл ПК вебинар. Запускается, но при этом на мониторе сплошная чернота. По-хорошему, стоило бы, конечно, заняться его ремонтом и восстановлением информации. Я решил отложить до лучших времен и просто поменять старый большой пылесборник на миниатюрный вариант. Еще летом, далеко в 2019-го, блуждая по просторам Авито, я наткнулся на весьма интересное предложение. Продавался мини-пикап, при этом заявлялось, что он абсолютно новый, при этом за него просили всего 5 500 рублей. Поэтому, недолго думая, я написал продавцу, договорился о встрече и попросил скинуть 500 деревянных. На что он дал положительный ответ, и спустя сутки я стал обладателем этого сокровища. Вообще, какой-то нужды в обладании подобным компьютером я не имел. Взял его, по сути, чисто ради интереса и возможности сделать видео на свой канал. Но в итоге это сокровище пролежало у меня более полугода, пока не случилось то, о чем я сказал в самом начале видео. Загуглив некоторую информацию, выяснилось, что этот мини-ПК произведен компанией Gigabyte и называется он Bricks, что очень созвучно с англичанским словом Brick, что в переводе на православное означает кирпич. И в целом да, это действительно кирпич, как в прямом, так и в переносном смысле. Мой экземпляр относится к первому поколению Бриксов, но при этом мне достался самый топ-жир, построенный на базе процессора Intel Celeron J3160. Естественно, что этот мини-компьютер даже отдаленно не напоминает игровой ПК, ведь основная его задача — это работа с браузером, простяцкими приложениями и, конечно же, просмотр ютубчика, а для моего отца большего и не нужно. Ну а если уж совсем приспичит скоротать часок-другой за интересной захватывающей игрулей, тогда суровые бородатые дядьки тебе в этом точно помогут. Отвешиваю огромный респект мобильной игре «Викинги», которая является спонсором этого видео. И именно благодаря их чеканной монетке я и могу периодически покупать всякие компьютерные приколюхи. Если любишь сражаться и доминировать, или просто хочешь почувствовать себя в роли бессменного лидера, правящего несколько десятилетий, тогда как и я, смело создавай свой клан, объединяя вокруг себя сильнейших игроков и устраивая масштабные сражения многотысячных армий в реальном времени. В твоем распоряжении широкий выбор воинов, от наемников, всадников и налетчиков до фурии, лучников и многих других, создавая оружие и снаряжение, выполняя различные квесты и получая за это щедрые награды. А на закуску я хочу анонсировать конкурс, который провожу совместно с создателями игры. Викинги уже разыграли огромное количество призов, и в этом месяце разработчики подготовили просто космический конкурс. Два игрока, дошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть iPhone 11 Pro. Ну а суперприз... Давайте. MacBook. Что это за видео? Вот видели, там сейчас переход был. Потом перемотайте назад. 8,7 и 1 балл у кого-то там видео было. Как, каким образом, не знаю. То есть, представляете, как он крутит сам себя, это видео. Вот оно видео. Вот это секрет успеха YouTube монетизации спустя 7 дней. Такое, вот. Что здесь ваше видео с опозданием ограничено идут просмотры. Это 2 дня назад мы делали видео. Вот. Что да, вы делаете? Это ночью вы можете оспорить каждое видео. Ну, почти 19 января. Вот каждое видео. Вот. Здесь, к сожалению, еще не все просмотры учтены. Там больше просмотров. Там просмотров 30-40 на проверке идут. Ну, зайдите дня через 2, посмотрите, сколько здесь будет просмотров. Тоже недавно совсем подключил это к одноклассникам. Да. Сегодня это все было подключено. Вот за 2 дня 98, но я думаю, там завтра уже будет 120-130 просмотров. Вот. Давайте пройдемся, я вам покажу по заработку канала. Значит, подключили нас 8 января 2020 года к монетизации. Буквально это было часов в 10. Мы с Додо создали пиццу для тех, кто точно любит цыпленка, но не знает, под каким соусом. Давайте посмотрим, сколько мы заработали. Пицца половинки. Наш канал обелили, мы убрали супер топовые все видео, не авторские, да, которые нам приносили кучу просмотров. Сейчас мы снимаем только свое видео. Вот. И... Также обратите внимание, что сделаем специальную заставку, просто если вас посмотрим, тоже эту заставку оформлю сейчас. И обязательно все заставки будут следующие остальные видео. Вот видите, тоже 68,7% SEO. Вот не получается. Вот сейчас мы видели там, я говорю, назад немножко перемотайте, 86
баллов кто-то набрал. Это круто, конечно. Это очень круто. Вот. Давайте по монетизации посмотрим. Заходим в наш канал. Творческая студия. Получается сколько? 13. Ну, 12 дней, считай, прошло. Про нарушение я вам также в предыдущем видео рассказывал. Что за что получено. Не будем к этому возвращаться. Заходим в аналитику. Да, монетизация включена, чтобы вы понимали. Вот еще раз вам показываю, монетизация включена. Кто-то в предыдущем видео говорил, что не рекомендуется удалять видео очень часто, за это дают страйк. Не знаю, я удалил порядком 60-70% видео, которые не из нашего контента. Никто нам страйк никакой не дал. Мы удалили, да, кстати, часы тоже пока не отняли, прошла неделя. По идее, те основные видео, которые я удалил, они приносили основные часы, которые нас привели к монетизации. Вот. Я очень боялся, что нас отключат от монетизации, так как я их удалил. Но пока что ждем, не знаю, возможно, через месяц они пересмотрят и нас отключат. Но пока вот есть информация, я вам показываю. Открываем аналитику. Вот я вам даже покажу здесь по часам последние 365 дней, 5400 часов. Ну, я порядком 3000 часов я удалил. Но это не мой, не авторский контент был, соответственно, ну, чтобы уже предупреждение есть, да, соответственно, из-за этого я его удалил. За 12 дней заработано $3.06. Давайте мы посмотрим, кто какой доход нас приносит. Сейчас я вам покажу одно. Значит, средняя цена за 1000 просмотров $2.69. Ну, имейте в виду, здесь 2.69, потому что у меня был раньше не мой контент, да, он, как сказать, чужой был контент, да, из этого пониженная ставка. То есть они все знают в Ютубе, что вы, ваш контент авторский, не авторский, просто рано или поздно вас хлопнут и все. Объясню. Значит, если вы свое видео снимаете, да, за него гораздо больше денег дают. Давайте вот я вам сейчас покажу. Открываем авторские видео. Я вам покажу, сколько с 1000 видео. Вот смотрите, монетизация. Это то видео, которое вам понравилось, вы смотрели. Вот с этого видео за 1000 просмотров, смотрите, $4.23 получаем. Заработано уже 10 центов за 3 дня. Вот с этого только видео. Просмотров вы видели там 96-98 просмотров всего. Вот она монетизация. Так, ну здесь просмотры вообще не написано. Просмотрено рекламы всего 44 раза. Именно реклама с 98 просмотров. Такие гиганты, как вот монтаж термостата я в свое время делал. Но я, к сожалению, только сейчас там тоже добился тегов нормальных. Там было сразу. Вы когда заливаете видео и делаете нормальные теги, если у вас там 68 баллов по SEO, да, и выше, именно сразу, то если есть монетизация, да, то, соответственно, вам будет больше сразу платить. Если вы это будете делать через год, как я это сделал, переделал, ну, видите, цена за 1000 просмотров $1.66, ни о чем. Там, сейчас я вам покажу на этом видео, сколько просмотров, а заработок. Всего заработка тоже 10 центов. Ну, посмотрите, сколько просмотров здесь. 3000, ну, уважаемый подписчик канала ДТВ. Сегодня поговорим про терморегулятор БМТ-1. Я вам на видео тоже добавлю, раскручивается. Он тоже не добавлен ни в Одноклассниках, нигде. YouTube сам его качает. Вот тоже, видите, 68% добился сейчас. И что я сделал, значит? Подключил здесь розетку. Ну, вот к розетке. Такая тема. Кому интересно было, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами канал ДТВ, меня Андрей зовут. Вот. Пишите комментарии, пожалуйста, помог я или нет. Вот. Реально это все работает, все, что я вам сейчас показал, да. Напишите, у кого есть монетизация, кто сколько заработал, да, у кого, кто как раскручивает. Вот. Именно в 2020 году все сложно, все по-другому. Потому что те видео, которые до этого снимались, да,
к сожалению, их уже приложить нельзя. То есть там немножко по-другому все описано, как вставлять видео в Одноклассниках. Это все не работает сейчас. Вот методом тыка именно так все это проверено. Вот буквально я только на этой неделе, говорю, пришел к тому, что можно вот так это вставлять в Одноклассниках. Вот так вот это вставляется ВКонтакте, да, чтобы это раскручивалось. И в blogger.com можно создать как сайт такой, да, грубо говоря. И там тоже делать. Пишите обязательно комментарии вот здесь. Вот. Я всем отвечаю, переписываюсь. Обязательно. Напишите, как вы теги пишете, да, каким сократителем вы пользуетесь. Это рабочие, я вам сегодня показал, все очень работает. Можем даже опять зайти вот сюда, посмотреть. Сейчас давайте F5, эти 4 просмотра здесь, 6 тут. То есть растут просмотры потихонечку. Я говорю, за день там просмотров 30-35 у вас будет, только на Одноклассниках на одних. Вот наша гарнитура. 41 просмотр. Начинали мы с 30. Да, здесь я, к сожалению, видите, в SEO не смог добиться 68 баллов. Вот буду сидеть тоже, менять теги, пробовать. Это методом тыка я уже тыкаю, смотрю. Ну, пока мне не получается здесь добиться таких результатов. 58,7 баллов. Это мало. Надо набирать больше. Вот. Все, ребятушки, заходите на канал, на наш канал ДТВ. И обязательно подписывайтесь. Вот здесь вот такой колокольчик тоже нажимайте, чтобы у вас уведомления были. Пишите комментарии, пишите вот здесь, где заставка. Тоже. Так, всем пока-пока.